Мы сегодня будем играть в добрых, милых зомби. Нет, на самом деле мы будем играть в злых, грозных зомби. Как вы догадались, мы сегодня будем играть в игру растения против... Зеленых! Да, зеленых зомби. Мы будем продолжать наши мини-игры. Всю игру мы уже прошли. Сейчас мы хотим пройти что? Мини-игры. Мини-игры. Когда мы пройдем мини-игры, мы тогда попробуем найти еще какие-нибудь растения против зомби, но при условии, что вы сейчас поставите лайк. Поставили? Поставили? Да. Все, тогда начинаем. Всем привет! Вы на канале... Папа и дочки. А еще мы попробуем поиграть в новую игру, которая называется Rolling Sky. Короче, что-то там с небом связанное. Мячик, который прыгает по небу, и там классная музыка играет. Не пропустите, дальше будет еще интереснее. Начинаем? Начинаем. Итак, мини-игры. Какую мы сегодня выберем? Вот там, где зомби есть. Зомби, они тут везде есть. Например, однорукий бандит есть. Смотря на звезды и зомбаквариум. 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 Там, наверное, будут зомби-рыбки. Давай посмотрим. А-а-а! Щелкните по аквариуму, чтобы накормить зомби. О, я кор... Мы даем... Ариша! Это что значит? Надо кушать им. Мы даем им мозги. Мы мозги даем. Только не наши, а другие. Ну понятно, что не наши. Это получается мозги маленьких рыбок. Специально для зомбиков. Когда они кушают, у нас появляются солнышки. Они... Круто. Они становятся, и они большими становятся, и их больше становится. Да. О, так, смотри. А когда мозг доходит до земли, все, он исчезает, ребята. Так, а сколько я могу делать? Когда зеленые зомби? Я не знаю. Так, нам, нам получается надо как можно больше этих зомбиков, наверное, что ли, или что? Чем больше зомбиков, тем больше солнышек. Чем больше солнышек, тем больше зомбиков. Зомбиков. Чем больше мозгов, тем больше... Солнце. Надо набрать целую тысячу солнца. Так, интересно, когда мы... Подожди, сейчас я замечу. Мозги тратятся, когда я нажимаю? Да, пять солнца стоит. Понятно. Так. В общем, получается, надо производить и зомбиков, и солнце. Ой. В общем, так. Мы делаем... А мозги, они плывут, едят и дают солнце. То есть, получается, они довольные. Эти зомбики накушались, ням-ням-ням-ням. И говорят, на тебе, пожалуйста, тебе солнышко. А может, прям ему давать? Слушай, сейчас я попробую дать прям ему. Смотри. Оп. Вот так вот. Нет, что-то он не съел. Ну, кто тут голодный? Хочешь? А ты хочешь? А ты? Все хотят. А ты? Молодцы, давайте, делайте мне побольше солнышек. Чуть-чуть осталось, совсем немножечко. И есть, и мы победим. Но 910, мы их... 935. Ну мы их не побеждаем, они 985. Просто едят. Кубок. Есть, мы прошли зомбаквариум. Вот прикольно, ребята, мы победили. Ага. Ничего себе. Открыли новую мини-игру, как называется? Бегал... Твист какой-то. О, может, его попробуем? Нет. А какую? Где есть рычаг? Однорукий бандит начинаем проходить. Что у нас здесь будет? Здесь у нас сажай. А что сажать-то? Хоп, нажимаем и выпадает. Ух ты! Точно? Прикольно? Да. Выпадают призы. Еще. Давайте, ребята, мы, получается, попали в такое детское казино, где можем этот крутить рычаг. Да. А за счет чего мы его крутим? Ну-ка. Чтобы получать растения. Аришечка, 25 солнца стоит один раз покрутить рычажок. Понимаешь? Ага. Понятно. А какая у нас задача? Она собирает 2000 солнца. Ну все, договорились, так и будет, значит.
Так, крутим еще. Давайте. Что нам сейчас выпадет? Какое растение? Ничего не выпало. Надо было солнышко нам. Грусть. О, есть. Замораживалка. Еще крутим. Так, давайте нам что-нибудь. Еще подсолнух, еще крутим. Надо крутить. И у нас будет больше растений. Еще подсолнух. Давайте нам уже как, три. Давай, три выпадет. Три стрелялки. Эх, ничего не выпало. Еще. Нам нужна срочно стрелялка. У нас тут зомби идет. Нам надо срочно его остановить. Правильно, Аришка? Аги. Мы все равно победим всех. Вот еще на здесь две пускай стреляют одновременно. Крутим. О, отлично. Так, еще раз крутим. Пока да, ничего. Ну-ка посмотрим. Да, смотри, сколько солнца нам выпало. Целая туча. Да, куча. Куча. Небо выпало. Облако. Не, нам, кстати, прикольная мини-игра. Опять солнышки выпали. Это типа суперприз. Выпали солнышки. Угу. Так, давай. Классно, когда солнышки выпадают. На самом деле, нам надо больше стрелялок, Аришечка. Потому что нам нужно побеждать же как-то. И сейчас будет какая-нибудь большая волна. А там где стрелялка? Как мы остановим, если не будет стрелялок? Скажи мне, пожалуйста. Кристаллик. Ну, если откроется мне интересный, то мы его будем проходить. Кого, кристаллик? А, новый если... мини-уровень? Да. А-а-а. Если он будет интересная картинка, если будет. А, ты по картинке ориентируешься, да? Да, интересный. Хорошо, смотри, он здесь один стоит, грустный. Ему срочно нужно что-нибудь рядом поставить, иначе ему... Ему нужен друг. Друг, скорее. Ну что такое, на руки бандит, дай нам что-нибудь выиграть. Да что такое? А ничего не... Бандит. Да, он ничего не дает. Все, растению хана. Что делать, Ариша? Как нам... Я не знаю. Ну, сюда стреляем. Бамс, давай, погибай. У него же одной руки нет. Ему совсем чуть-чуть осталось, чтобы исчезнуть с этого мира. Фух. Он чуть не дошел. Да, он чуть не прорвался, Аришка. Мы его остановили в самый последний момент. Да. И чуть он не добрался до машины. До газонокосилки. Да. Я согласен. Мы с тобой справились. Да, молодцы. Чё, однорукий бандит нам ничего не дает? Да. Почему? Да. Так вот. Молодец. Ой. Пауза поставилась. Ничего. Продолжаем. Еще нам надо. Еще. Солнышки нам давайте. О, золотая монетка выпала. Еще. Нам надо какую-нибудь мощную стрелялку, ребята. Что вам, сложно что ли дать? О! Ничего себе, вот это суперприз! Столько солнца выпало! Спасибо ему, однорукому бандиту. Так, здесь ставим тоже стенорех. Все, крутим. Еще. Давайте, что-нибудь там классное. Солнышки, конечно, хорошо, но хотелось бы какие-нибудь синие стрелялки. Три в ряд. Давай, три синих стрелялки. Или кристаллики просто 100 золота. Если кристаллики выпадут, там даже не золото, да, там 1000 сразу золота. Да. Ну, давайте, ну уже. Кристаллики хочу. Еще. А хотя мы уже через 400 солнца, мы уже победим, представляешь? То есть мы уже обречены на победу. У нас без вариантов мы с тобой победим. Мы вообще точно, точняк победим. Там одна большая волна. Да, не сплошником. О, подсолнух еще один. Но нам лучше какую-нибудь стрелялку. Пожалуйста. Одну. Ничего. Да зачем тебе кристаллик? Нужно 1000 золота. Вот она, стрелялка. Есть. Еще какую-нибудь стрелялку. Так, о, Аришка, стрелялка. Ура! Синяя, замораживалка. Все, мы еще сильнее стали. Давай что-нибудь еще куда-нибудь. А ты хочешь кристаллики? Ну ладно, тоже хочу кристаллики. Давайте мне кристаллики. Правда, сейчас выпадут солнышки, и мы уже победили. Смотри, стрелялка. Все, Аришка, мы победили. Есть. Ура! Смотри, они все рухнули. Ура! Кубок, кристалл, как 1000. И ты и хотела, 1000. Вы открыли новую мини-игру. Ну-ка. Да, интересно, я хочу. Разборки с микрозомби. Давай. Посмотрим, что за микрозомби. В этом. С бассейном. Маленькие. Ой, малюпусечки какие. Помнишь, у нас они были? Кто? Малюпусечки? Да, как-то были. Вот сюда стоим. Бах. Такие быстрые. О, они шустрые бегут. Сюда. Эй, а что им стреляющие? Такие хорошенькие, да? Да. Бам! Смотри, нету их. Да, такие милые, да, папа? Бегут, идут такие малюсенькие. И они еще очень быстро едят. И медленно могут, или быстро. Кушать? Да, они быстро едят.
Да, бамс. Бамс. Смотри, я тут всех разрушил. И здесь, смотри, сейчас всех сразу. Бах. Они быстро угощаются. Быстро. Так, здесь тоже стенарих поставить. И еще. Здесь стрелялку. Быстрее. Что еще? Смотри, как их много пошло. Однако, вот так вот, бумс. Все, тут нету никого. Он добежал почти, на тебе. Бумс. Ха-ха-ха-ха-ха. Пришлось вишенку на спортсмена, ребята, потратить, иначе бы он прошел. А нас это не устраивает. Так, смотри, они в бассейне тоже идут целой толпой. Мне бы сейчас в бассейн ходить. Нам нужна кувшинка и... Вишенка! Бум! Все! Никто не пройдет. Мне бы сейчас в бассейн сходить. Зачем? Смотри. Покупаться? Ну, сейчас вечер как-то пойдем в бассейн. О, Аришка, слушай, давай ребятам покажем кусочек, как ты сегодня выступала. Давай. Ребята, мы сейчас вам покажем небольшой кусочек, как Ариша выступала в садике. Паузу поставлю. Как она сегодня выступала в садике на 8 марта для мамы специально вместе с другими детками. Посмотрим? Да. Давай. Понравилось, как Иришка танцевала? Поставьте лайк! Ну что, играем дальше? Все, нас ждут растения против зеленых. Да. Все, нам надо победить всех. Так, вот здесь целая толпа идет, и сейчас мы с ней познакомим вишенку. Ба-бах! Спортсмен вообще какой-то бегающий очень. На, стенорех, пожалуйста, остановись-ка с ним. Ой. И поставим вишенку, пусть угостится вишенкой. Да. Вот так вот. Держи. Все, всех, никого нету. Вишенку никого держи. Не осталось. Держи тебе вишенку. Бамс, бамс. И... Так, вот здесь вот. Вот здесь сразу большую толпу. Есть! Ариша, мы снесли огромную толпу, чтобы она нам не лезла к нам тут. Они угостились. Угостились однозначно. Вот здесь стенорех поставим, здесь кувшинку. Здесь что у нас еще? Что мы еще можем поставить? Стенорех вот здесь, чтобы никто не прошел. Здесь. Потом кувшиночку. Потом вот в толпу сразу вишенку поставим. В целую толпу. Есть, мы бабахнули их. И ты, толпа тоже. И все за ноль солнышек. За ноль солнышек, да. Солнышек здесь вообще не надо. Бах, опять никого нету. Мы... Золотая монетка. Хватаю. Все, успел. Серебряная. Хорошо, пригодится в хозяйстве. Что-нибудь купим потом. О, смотри, два, три. О, маленькие зомби сразу погибают. Их очень легко остановить. А в чем здесь суть игры? А, просто выдержать все волны, да? Так, Аришка? Да. Ну все, хорошо, мы справимся. Так, сюда раз. Ну что, вот сюда вот два. Тут аж смотрите, ряд три. Здесь три. Здесь погиб пока. А здесь стенарь грустить. Бамс! Никого нету. А здесь стенарь грустит. Грустит? А, ну ему совсем плохо уже. Ну мы перед ним еще поставим. Так, что у нас тут? Еще идет волна. О, здесь поставим всем. Бах, ура, смотри. Три волны. Да их тут вообще куча всяких этих волн. А представляешь, 100 волн. 100 волн? Да. Мы бы не выдержали. Бабах. Золотая монета. Где? Нашел, спасибо. Серебряный. Нашел, спасибо. Здесь вот. На, бабах. Вот это. Серебряный. Так, схватил, схватил, Алишка, не кричи. Так, здесь кувшинку поставим. Здесь стрелялку, здесь кувшинку. Серебряные. Монетки, да, вот здесь вот толпу. Монетка золотая, золотая. О, ничего себе, настоящая золотая монетка. Здесь очень много. Монет. Схватила Ариша. Спасибо за помощь. Угу. Здесь вот пускай они вылазят. Монет. Схватил. Монета. Да что такое? Сколько этих монет? Тут и так куча монет. Ну, все. Сейчас будет самая большая волна зеленых. Готова к встрече? Ребята, вы готовы, чтобы мы встретились с огромной да. волной? И мы готовы встретиться с этой огромной, преогромной волной. Ну смотри, какие все смешные. Вот сюда раз и нету. Вот сюда раз и нету. Серебряная монетка. Ну что, еще кто-нибудь будет или все? Ну, ну где вы, зеленый? А, вот он, вот он. Сейчас мы его с вишенкой познакомим. Бах! Ееее! Мы прошли эту мини-игру. Да. С первого раза.
Да мы все мини-игры с первого раза проходим. Вы открыли новую мини-игру, но мы сейчас играть не будем. Давай посмотрим, что... Портал Комбат. Потом поиграем. Портал Комбат. Потом поиграем. Конечно, поиграем. Да. Да. Ребята, задание, как и в прошлый раз, напишите, в какие мини-игры мы сегодня играли. Первые попадут в следующее видео, а все, кто ответит, получат лайк, сердечко от канала. Так, ну а мы переходим ко второй игре, Rolling Sky. Все, небесный мячик, короче. Поехали? Поехали. Игра, где нам нужно управлять мячиком. При этом, когда мячик бежит, Rolling Небо называется, когда он бежит, играет прикольная музычка, да? Ну, мы немножко попробуем поиграть. Игра на самом деле сложноватая. На, Аришка, начинаешь? Да. Держи. И вперед. Погнали. Постарайся справиться. И ура! Прикольная музыка играет, когда он бегает. Аккуратнее в лагере там. Аккуратней. О, молодечек, умничка. Бах, 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 бах. Прикольно. Улетела! Еще? Да. Давай. Да, понятно, да. Да. Все, мы понимаем, как управлять. Погнали. У-ху-ху. Мы знаем. Да, ты аккуратненько так давай. Молодец. Алишка, давай, все в твоих силах. Бамс, бамс, бамс. Прикольная музыка. Ну, там другая игра. Вау, ты пришла в следующий, молодец. Да. Красота! Бам-барам-пам-пам! Улетела! Давай я теперь разочек попробую поиграть. Папа берет в руки управление и погнали! Ты сможешь дойти? Не, Аришка, наверное, не сможет. Да куда я доходила? Сейчас постараюсь со всех сил. Дамс, 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 дамс. Отлично. Оп, оп. И да, почти дошел до туда, докуда ты дошла. Вот, все, дошел до туда. А я знаю, какой там дальше будет цвет. Какой? Все, я погиб. Синенький. Так, продолжим. Так, давай попробуем. Раз, два, так. Прыжок. Вот этот уровень, другой. Вдруг получится. Угу. Сюда, сюда. Ау, фух. Получилось. Да, отлично. Дальше. О, все, поменялся цвет, классно. Не, здесь чуть-чуть попроще. По линии иду. Так, сюда. Фу. Прикольная, я да, музычка? Это не смогла, да. Да, смогла, Боришка. Здесь просто... О, ничего себе, смотри, какой зеленый, классный. А там был... Ау! А там был синий. Да, опа. Прыжочек. А, нет, нет, вот прыг, прыг. Смотри, деревья сами ездят. О, новый уровень. Обалдеть. Кристаллик собрали. Аришка, я даже не знаю, как мы не проигрываем. Так, 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 так. Ау. Ну ладно. Давай в следующий раз уже продолжим. Немножко показали игру. Ребята, вам понравилась вот эта вот игра Rolling Sky? Если понравилось, напишите в комментариях. Мы тогда в нее еще поиграем. Верно? Нам, если честно, такая прикольная, особенно музычка, которая на заднем фоне идет. Ну а с вами сегодня были папа и дочка Аришка. И вы были на канале Папа Дочки Геймс. Подпишитесь на него. Всем пока!